Глава 37. В лифте Данилов нажал кнопку второго слоя. Во втором слое квартировали увечные воины. Теперь Данилов был спокойнее и разглядел в кабине новинку – кондиционер. В лифте никогда не было ни душно, ни холодно, а вот на тебе взяли и поставили. И во второй слой Данилов вышел не без робостей. Какая надобность была здесь в нем? Виды во втором слое были живописные. Ароматы обтекали Данилова изумительные. Сюда не проникали ни звуки, ни запахи из складских помещений первого слоя, где содержались в мучениях или весельях уловленные души. Здесь, в местах, отведенных обществу, происходило гуляние, как в каком-нибудь Баден-Бадене. Всюду были выведены линейкой или шнуром боскетные городки, прелестные трильяжные беседки с розетками и гирляндами, зеленые тоннели аллеи Берсо, фонтаны с золочеными драконами, их струи рассыпались жемчугами. Между ними и прогуливались отдыхающие. Когда-то, особенно в ту пору, называемую на земле средневековьем, иные из них выглядели страшилищами, Теперь на них, не на всех, конечно, и тут встречались своего рода хипачи, а то и просто неряхи, приятно было смотреть. То ли нравы облагораживались, то ли сильнее и устойчивее действовали людские моды. К тому же теперь на службе уродами имело смысл лишь пугать детей, либо являться в страшных снах. Но во втором слое не было нужды работать, а своих-то и на отдыхе чего пугать. В безделье, вполне оправданном, в виноградных и в миртовых зарослях, под сенью струй, демоны бродили, летали, ползали, волочили ноги, играли в кости и дверные ручки, перебивали обухом плеть, являлись приятелем духами, курили ядовитые травы, гадали. В этой местности второго слоя отдыхали демоны низших статей, в крайнем случае средних. Были между ними бойцы, лицедеи, пройдохи. Попали сюда, несомненно, и кровопийцы, и мародеры. Данилов прошелся аллеями, побродил вдоль боскетов. Встретились ему некоторые знакомые старички, притомившиеся на службе, в частности, лицейские преподаватели из младших групп. Встретились и демоны помоложе, ставшие инвалидами в горячих хлопотах. Встретились и калеки умственного труда, и просто лодыри, сбежавшие от деловых забот раньше срока. Данилов вступал с ними в беседы, говорил о том, о сём, о назначении ему времени Че здесь не знали. Но не тихие разговоры, не местные кущи занимали Данилова. Ему хотелось что-нибудь узнать о Кармадоне или увидеть Синезуда. С судьбой Кармадона Данилов отчасти связывал теперь свою судьбу. Демон-стрелок Синезуд мог рассказать ему о несчастном домовом Беке Леоновиче. Он, Данилов, верк Бека Леоновича в пучину или в черную дыру. И надо было узнать, есть ли шансы и в нынешней ситуации возвратить Бека Леоновича в Останкина. Но Синезуда Данилов не повстречал. Эти ветераны, хоть и были вольные птицы, квартировали в коморках, правда, довольно просторных. Аса со спецзаданием искать среди них было бы бессмысленно. Да и зачем искать-то? Данилов, увидев кармадона, все равно бы не подошел к нему. Но вот искал. И Данилов отправился дальше, туда, где позволялось селиться личностям значительным. Но теперь уже отдыхающим. Или поверженным. Или разочарованным. Или обессиленным познанием. Эти отдыхающие имели просторы, свои пастбища и замки, горные хребты и водопады, свои коралловые острова, вулканы, долины гейзеров. Разочарованные просто скучали, как Манфред на базальтовых плато, куда с трудом поднимались угрюмые горные козлы. Или в сырых пещерах, где глухо капало со сталактитов. Уставшие ветераны и калеки вспоминая молодые годы, иногда устраивали в своих усадьбах землетрясения, холерные эпидемии, взрывы пороховых погребов. Порой заходили к соседям сыграть в лото или выпить арабского вина. Некоторые просто дремали в бочках или стеклянных сосудах. Места и тут были живописные. Данилов, не вторгаясь ни в чьи пределы, да и кто бы позволил ему вторгаться, не перетев ни через чей частокол, обтянутый металлической мелкой сеткой, или же частокол чисто духовный, выяснил, что Кармадон во втором слое участка не получил. На всякий случай Данилов как бы праздным странником пронесся мимо места уединения внучатого дяди Кармадона, Мефистофеля. Дядя имел хижину пустынника, впрочем, в три этажа и современных линий. Теперь дядя стоял возле крыльца своего жилища в фермерском комбинезоне и из алюминиевого таза горстями разбрасывал проса калифорнийским петухам. Аккуратные грядки чертополоха, куриные слепоты, бледных поганок указывали на то, что дядя Кармадона занимается огородничеством. Это было трогательно. Но не ради грядок Данилов заглядывал на участок дяди, а Кармадону дяди не гостил. Оглядев напоследок воинов, Данилов вздохнул и отлетел к дверям лифта. В лифте он нажал седьмую кнопку. Нажал, не подумав. Седьмой слой назывался слоем удовольствий. И ему ли, Данилову, было являться сейчас на балы и банкеты? Да и прилично ли он был одет для седьмого слоя? Но что теперь делать? Нажал кнопку и нажал. Не то чтобы в некотором кураже находился сейчас Данилов, но все же он явно храбрился, чуть ли не вызов бросал кому-то. Или, может быть, просто своему положению. Данилов ехал, нервничал, вспоминал, каким он являлся в седьмой слой удовольствий в юные годы. Тогда он был удачливым повесой. Ему прощалось многое. Какими глазами глядели на него дамы, и в них играла кровь, и в нем. Впрочем, сам Данилов не слишком давал разгореться душевному пламени и не искал покровительства, пусть и прелестных дам. Он был горд и самостоятелен. Было время, он служил в седьмом слое, устраивал там фейерверки, играл на лютне чувственные пьесы, танцевал на балах. Коли бы он остался на службе при седьмом слое в канцелярии от наслаждений, разве нашелся бы нынче повод назначать ему время чье? Но тогда Данилов не попал бы на землю. А о том, что он попал на землю, Данилов жалеть не мог. В седьмом слое было удивительно тихо, и свет был тусклый. Странные звуки раздавались вдалеке, однако они не имели никакого отношения к музыке. Звуки были деревянные и тряпичные, будто где-то сдвигали мебель и мокрой шваброй терли пол. Буйством, гулянием, танцам и фейерверком полагалось происходить здесь вечером и ночью. Но, может быть, стрелки ходиков с кукушкой находились вовсе не там, где им следовало бы находиться. По ощущениям Данилова, дело шло к ужину, а здесь, скорее всего, протекало утро. Надо перестраиваться, решил Данилов. Однако все равно, утро утром, пусть не гремят оркестр, не шуршат платья по паркетам. Но ведь тяжелым головам и подорванным организмам именно по утрам необходимо решительное облегчение. Им нужен спасительный рассол, живительная влага. В прежнюю пору всегда по утрам здесь открывались троттории, бистро и сосисочные. И голову можно было окунуть хоть в жбан со змеиными настойками, хоть в бочку с пивом. А сейчас никакая жидкость поблизости не лилась и не булькала. Ни одна буфетчица нигде не бронила изъявших натур и не ласкала их словом. Но Данилов, пожалуй, был рад пустыне седьмого слоя. Теперь он понимал, что был не готов к появлению здесь в разгар веселья. Со сложными чувствами Данилов думал о возможной встрече с Анастасией. Анастасии было ему приятно, но, наверное, он побоялся бы сейчас взглянуть ей в глаза. А ведь раньше земное в их отношениях не бралось в расчет. Прекрасная же химека, полагал Данилов, в седьмом слое вряд ли бы появилась. Она и раньше редко сюда заглядывала. И все же Данилов испытывал некоторое беспокойство от того, что ни один знакомый, не тем более Анастасия и химека, существа ему не безразличные, даже и не попытались пока войти с ним в контакт. А ведь он уже давно впал в демоническое состояние, и, стало быть, по правилам договора, контакт был дозволен. «Слушай, парень!» — услышал Данилов хриплый голос. «Где это?» Данилов обернулся. Лохматый, с трудом продиравший глаза демон, стоял перед ним. Был он весь плюшевый. Не то чтобы нацепил на себя плюшевое платье, нет, ходил именно с плюшевым телом, и ничего неприличного в этом теле не было. В страданиях пребывал он теперь, но видно, жила в нем и надежда на освобождение от этих страданий. Что это? спросил Данилов, и сразу же подумал, что спросил зря. То есть, конечно, собеседник мог иметь в виду туалет, но все же вернее было предположить, что его мучает иная нужда. Вон там! — указал Данилов в направлении, где раньше по утрам бушевали опохмельные. Плюшевый демон улетел. Данилов хотел бы последовать за ним, однако Плюшевый тут же вернулся. Он негодовал. То ли на Данилова, то ли на увиденное им. Вскрикивая, махая руками и крыльями, он сунул Данилову какую-то безобразную картонную табличку, сплюнул и исчез с гневным электрическим звуком. На табличке в восемнадцати смыслах значилось. Санитарное время. Ага, сообразил Данилов. Стало быть, здесь ничего странного нет, а просто новые затеи. На всякий случай Данилов ринулся в похмельные места. Нет, там на самом деле всюду висели таблички санитарного времени. Когда же они ввели-то? удивился Данилов тут он подумал о том, что не знает о многих здешних новостях, но хотя бы о мелочах, о кондиционере в лифте или вот о санитарном времени. А ведь когда-то он во все в девяти слоях с охотой совал нос. Все ему было интересно. Какие они чистюли стали. И он опять отметил, что называет здешних обитателей «они», как бы отстраняя себя от жизни девяти слоев. Плохо это было для него или хорошо, Данилов не знал. Не спеша Данилов обошел знакомые места седьмого слоя. Улыбку умиления не раз вызывала его память. Однако и ирония взрослого была тут как тут. Скучно было здесь сейчас. Лишь где-то стукали ведра опал, и тряпки терли паркеты, линолеумы и флорентийские мозаики. Может быть, и Валентин Сергеевич в усердии поблизости скоблил пол. Но в памяти Данилова то и дело возникали чудесные картины. Он видел себя юношей. Вот здесь он играл на лютне. Здесь раскладывал звездчатые ракеты для фейерверков, черный цилиндр, и соединял их шнуром. Вот здесь в беседке говорил пустые, но горячие слова голубой прелестницы. А та смеялась и покачивала перламутровым веером. Впрочем, что было теперь умиляться, вспоминая о наивных и летучих радостях? Старым чувствовал себя в седьмом слое Данилов. Но, может быть, подумал Данилов, не столько я постарел, сколько я стал здесь чужой. И в том, что при его появлении в слое удовольствий случилось санитарное время, Данилов усматривал теперь некий знак. Прежде здешний мир по отношению к нему был куда гостеприимен. Впрочем, чему удивляться-то? Интересно, пришло в голову Данилову. И зоопарк нынче закрыт? Когда-то Данилов любил отдыхать в зоопарке. В нем содержались твари, вымершие на земле. Коллекция зоопарка то и дело пополнялась. Территорию он имел обширную, но часто возникали разговоры о том, что парку следует отвести большие просторы. Ожидалось, что скоро сюда переберутся с земли очень многие звери, птицы, рыбы и насекомые. Как, скажем, приплыла из волн Тихого океана в здешние водоемы простодушная стеллерова корова. Ни клеток, ни оград с зубьями и башнями в парке не было. Обитатели паслись, резвились, кушали кому кого полагалось, отстаивали свое существование в естественных природных обстоятельствах. Зоопарк был открыт. Данилов пробыл в зоологическом саду недолго. Все его тянуло к своей постели и платяному шкафу, будто там его ожидало какое-либо письменное распоряжение. Да и пить хотелось. В парке было два заведения с напитками, и по всему чувствовалось, что нынче они работали. Но на одном висела бумага со словами «Только что ушла на базу». Другое было покинуто без объяснений. Прежде порядки были строже, подумал Данилов с возмущением. Снова он поглядел на плавающих ящеров, на динозавров, на мамонтов, на драконов, которые не оставили людям даже костей для исследования, а попали лишь в мифы и легенды. Все они были живые, резвые и вряд ли имели понятие, что на Земле они вымерли. В их движениях, полетах и прыжках была своя мелодия, забытая в Солнечной системе. Но и эти животные, многих подробностей которых Данилов уже не помнил, ненадолго отвлекли его от тревожных мыслей. Даже знакомый единорог Данилов в детстве звал его Клеонтом, увидевший Данилова, обрадовавшийся ему. И тот Данилова развеселил лишь на минуту. Данилов быстро ушел от Клеонта. А тот расстроился, взревел, задрав рог, бил по грунту копытами. Не хватало мне еще тут расчувствоваться, проворчал Данилов. Глава 38. Данилов вернулся в четвертый слой. Ничто здесь не изменилось. Данилов заглянул в платяной шкаф. Все его земные вещи были на месте. Ну и ладно, сказал Данилов. Налил в стакан из графина. Жидкость опять показалась теплой, противной. Данилов хотел было заказать напитки, но посчитал, что одними напитками они от него не отделаются. Стрелки на ходиках следовало перевести. Они торопились к ужину, а судя по всему, время в девяти слоях шло лишь к обеду. Данилов уже завтракал и обедал. Теперь надо было приставать к общему порядку. Так что же, опять обедать? Опять Давид со стылыми сосисками? Данилов испугался. Однако вскоре отважился на дерзость. Не испрашивая меню обеда, он отослал в службу питания мысленный заказ. И в том меню назвал и пиво, и коньяк, и солянку, и свиной бок на углях, и черный кофе, и апельсины на десерт. Прикатил столик из вагона ресторана. Были на нем селедка с горошком, борщ с двумя кусками сала, сосиски с горошком и лимонный напиток. Стало быть, его поставили на место. «У, скупердяй!» – выругался Данилов средствами музыки. А так виду не подал, что огорчен. От обедов Данилов из упрямства решил поискать удачи здесь же, в четвертом слове. Все-таки это был слой гостеприимства и прежде имел достаточно баров, харчевин, тротторий, пабов, забегаловок с музыкальными аппаратами, не говоря уж о буфетах и рюмочных. Все это и теперь никуда не исчезло, не истощилось и не было осчастливлено нынешними санитарными делами. Данилов не без робости заглянул в знакомые ему заведения, испытывал судьбу. Не покажут ли ему пальцем на дверь, не вышвырнут ли подальше, не прихлопнут ли скалкой. Нет, не вышвыривали и не прихлопывали. Тогда Данилов стал выбирать. Во-первых, потому что он мог, так он считал, разрешить себе выбирать. И потому что многие блюда и бутыли, чьи ароматы, соки, запахи и букеты когда-то привлекали юного Данилова, теперь совсем не нравились ему в частности, Данилов нос воротил, проходя мимо заведений с историческими кушаниями. Всякие настойки из сушеных мокриц, ядовитые варева, каши из протертых кактусов, маринованные ляжки гигантских пауков, булыжники в зеленой простокваши – Данилову были чуть ли не противны. К тому же во многих заведениях надо было расплачиваться наличными – конце концов, Данилов выбрал скромный мясной буфет, где можно было тихо посидеть в кредит. Он вошел в буфет и сразу увидел Кармадона. Кармадон сидел с тремя незнакомыми Данилову демонами возле самой стойки за тяжелым, грубо отесанным столом. Впрочем, здесь все столы были из пористого туфа, грубо отесанные. Данилов чуть было не выскочил из буфета, Однако успел подумать, что же это я? Степенно сел за свободный стол, правда, достаточно далеко от кармадона. Сколько заведений он мысленно отклонил, мимо скольких буфетов прошел в сомнениях, и вот выбрал именно этот. Но от чего он растерялся? От чего теперь, хотя и вынудил себя присесть за стол, все еще готов был бежать отсюда? Ведь совсем недавно он сам искал кармадона. И вот он кармадон. — Сиди, — сказал себе Данилов. Разошел. И он сидел. Сидел он, если брать нынешнюю их с Кармадоном ситуацию, удобнее, нежели Кармадон. Тот мог его и не заметить. От этого Данилов испытывал чувство неловкости. Сам же он то и дело посматривал на лицейского приятеля. И не было у Данилова острой неприязни к нему. — Что же теперь с Кармадоном? — думал он. На некоторые соображения его наводило то обстоятельство, что аристократ Кармадон, ас со спецзаданием, прежде выбиравший для отдыха и встреч с друзьями места роскошные, нынче сидел в захудалом мясном буфете. А вдруг, испугался Данилов, здесь теперь железнодорожная кухня. Вот Кармадон и ходит сюда. Это подозрение Данилова расстроило. Данилов поводил пальцем над розовым камнем, словно над музыкальным аппаратом термена, вызывая из кухни блюдо. Прежде в буфете кормили не только мясом, случалось здесь и рыба. И Данилов заказал. Икра ментая, вяленая, 1150, яснычковая. Икра поступила. На земле Данилов не пробовал вяленой яснычковой икры ментая, но теперь на память ему пришло огненное кольцо – вспыхнувшая над бесноватой толпой в колодце ожидания. Он и пожелал икру. Икра лежала на тарелке твердой плиткой, видно была прессована. Данилов отгрыз кусок и обрадовался. Икра была вполне сносной, пусть и прилипала к зубам на манер ирисок, соленая. К ней, кстати, было пиво. Данилов распорядился насчет хейники бир и ради бергера. Кружки возникли запотевшие и в пене. Голландское пиво было точно голландское. Радибергер же ему подменили Пльзенским Апольдского завода. — Ну и ладно, — благодушно подумал Данилов. — Может быть, у них и нет на складе Радибергера. Да ведь и Радибергер, если разобраться, типа Пльзенского. Данилов вспомнил, что Апольда под Веймаром, там Гёте, соскочив с лошади, командовал когда-то тушением пожара. «Хорошо», — умилялся Данилов, — «разведали бы арестанту, обреченному, пиво и икру». И повторял заказы. Он как будто бы даже забыл о Кармадоне, хотя, конечно, все время видел его. Кармадон сидел к Данилову боком, тихий и суровый, жевал что-то. И соседи Кармадона по столу тоже серьезно жевали. «Можно присесть?» – услышал Данилов. «Пожалуйста», – кивнул Данилов. «Ба, да это Данилов», – сказал присевший. «Здравствуйте». «Здравствуйте», – неуверенно произнес Данилов. «Какими судьбами?» «Обыкновенными», – замялся Данилов. Он все еще соображал, кто это перед ним. Внешность пришедшего казалась знакомой. Одет он был в европейский шерстяной костюм, но на голове имел белый капюшон от бедуинского плаща. «Бурнуса, что ли?» – вспоминал Данилов. «Или у Бруса?» Лицо присевшего капюшон чуть ли не скрывал, но было заметно, что части его лица существуют сами по себе и могут меняться местами. «Кто же это?» – думал Данилов. Не из лицейских ли знакомых? Ясно, что не их выпуска, но может быть старшего или младшего? Нет, я не из лицейских, сказал демон. Куда мне до лицейских? Я мельче. Мы с вами встречались на курсах по повышению личных свойств. Выделились наблюдениями. Я тоже с Земли тружусь в Аравийских пустынях. «Ах, да-да», – сказал Данилов, – «я вспомнил вас». Он вспомнил на самом деле. Даже имя собеседника было когда-то знакомо Данилову. То ли Ураэл, то ли Ураил. «Уграэль», – сказал демон. «Да-да», – согласился Данилов, – «Уграэль». «Вы сюда с отчетом или за инструкциями?» «С отчетом», – быстро сказал Данилов и оглянулся. Ну да, кивнул Уграэль, и, как показалось Данилову, усмехнулся. Мол, знаю, с каким отчетом. Вы здесь давно? Порядочно, сказал Уграэль. Я по вызову. И приятный повод, если не секрет. Хороший повод, важно сказал Уграэль. В это мгновение кармадон, опустивший на стол бокал с черной жидкостью, повернул голову и Данилов увидел правую сторону его лица, да то ли от Данилова скрытую. Она была перекошена, словно Кармадона хватил паралич, пусть и не самый решительный, но так и не отпустил. Экая гримаса неприятная, удивился Данилов и даже расстроился. Он-то знал, от чего перекосило лицо Кармадона, но прежде полагал, что все давно уже выправлено. Кармадон опять повернул голову, похоже, так и не заметив Данилова, не ощутив его присутствия. «Страдает», — сказал Уграэль чуть ли не с удовольствием. «Кто?» — спросил Данилов. «Кармадон! Он как его скривило!» «Но, может быть, на задании?» — сказал Данилов. «На задании!» — усмехнулся Уграэль. «Если бы на задании, так его бы давно починили!» Да и в звании могли повысить. А тут вон куда бросили. Даже стал ходить в этот буфет, бывший-то ас со спецзаданием. А куда? Что? Куда? Куда его бросили? Да вы что? Удивился Уграйль. Вы разыгрываете меня. Все ведь знают. А вы когда-то были приятелями? Я только из Москвы. И из Москвы, опять усмехнулся Уграиль. Из Москвы, хмуро и твердо сказал Данилов. И что же, вы не знаете, что Кармадона разжаловали из асов и бросили в микрокосмос на элементарную частицу? Нет, не знаю, искренне сказал Данилов. Ну так вот, бросили. И тут же Данилов вспомнил видение в колодце ожиданий. Был он усушен в немыслимое количество раз и помещен во внутрь ничтожной крупинки. Там, посреди спиралей, микрогалактик, каких-то кристаллических сеток, построений ледяных шаров и игл, привиделся ему космический корабль, и сверкнуло лицо Кармадона. Выходит, не зря сверкнуло. Но тогда лицо Кармадона было гордым, надменным. Такой кармадон на самом деле вряд ли бы зашел в мясной буфет. Ну и что же, сказал Данилов, помолчав. И там работа ответственная, там сложная работа. Сложная, согласился Уграэль. Просто ювелирная. И все же вы меня разыгрываете. Нет, нисколько. Мы теперь не так близки с кармадоном, как в юные годы. Может быть. Конечно, я понимаю, в ту пору, когда Кармадон был блестящим асом со спецзаданием, он мог такими, как мы, и брезговать. Но теперь-то... Я его только что увидел, — сказал Данилов. Я не думал, что он в девяти слоях. Лиц, что сидят с ними, я не знаю. Нарушить их беседу было бы неприличным. Но вид его меня поразил. Что с ним? Зачем я оправдываюсь? — отругал себя Данилов. Он понимал, что и не следовало бы расспрашивать, лукавить при этом, случайного собеседника, неизвестно зачем вызванного в девять слоев из аравийских пустынь, о несчастье Кармадона. Но и удержать в себе вопрос Данилов не мог. В глазах у Граэля опять была усмешка. Он словно бы давал понять. Мол, я-то знаю, как вы не знаете. «Я и сам не слишком информирован», — сказал Уграэль. «Кармадон никогда не удостаивал меня беседы. Кто я для него?» «Мелочь. Был». Он сделал ударение на этом «был» и опять со значением поглядел на Данилова. «Может, сюда Уграэль прибыл с надеждой на продвижение?» А тут надежду его укрепили. Вот ему и не терпелось намекнуть об этом хотя бы Данилову. Я знаю обо всем с чужих слов. А что же это? Слухи, сплетни, будто имел кармадон приключения, вовсе не связанное с делом, а так, лирическое. Он оконфузился. Тогда его искривило. А вы сами знаете, что в таких случаях ран и повреждений не отменяют. К тому же, говорят, кармадон нарушил правила. Стало быть, заморал честь. Покровители и родственники сделать для него ничего не смогли. Проигравший, опозоренный, разве мог он оставаться асом со спецзаданием? Сами посудите. Теперь он демон десятой статьи. Десятый, не поверил Данилов. Десятый. И служит на элементарной частице. Возле Уграэля на столе возникла бутылка имбирной настойки, и на тарелке кусочки сухого бамбука, словно от распиленной лыжной палки. Видимо, надоело ему все аравийское, подумал Данилов. Уграэль пожелал угостить Данилова имбирной, но Данилов, любезно поблагодарив Уграэля, вызвал кружку светлого пива. «И вы знаете, — сказал Уграэль, — никаких официальных разборов, пусть даже и закрытых, приключения Кармадона не было» просто его разжаловали и послали в микрокосм. Говорят, он не подавал апелляции. Да и что тут подавать? Обидно. Из-за какой-то юбки. Тут левый глаз у Граэля опустился к краешку его губ, расширился и уставился на Данилова в некоем ожидании. Откровений Данилова, может быть, ожидал он. «Да», — сказал Данилов печальная история. Глаз у Граэля вернулся на место и скромно смотрел теперь в рюмку имбирной. Этот чистенький демон в бедуинском капюшоне, видно, многое знал. Раз имел сведения насчет юбки, то, наверное, был наслышан и об участии Данилова в приключении Кармадона. Сейчас же он, может, и с намерением разыгрывал из себя наивного провинциала. Но вдруг Данилов ошибался. «Ну, и как у вас в Москве?» – спросил Уграэль. «Что вас интересует?» «Меня многое интересует», – сказал Уграэль. «Климат, условия быта, напитки, курева...» Тут он осекся, словно испугался, словно сообразил, что проговорился, что своими вопросами он выдает нечто такое, о чем следует помолчать. Данилов с интересом поглядел на Уграиля. Что далась ему Москва? По сравнению с аравийскими пустынями, в Москве прохладно, сказал Данилов. Рядом ледовитый океан. Да-да, я знаю, быстро сказал Уграиль. А насчет Курева вас что интересует? Сигареты, папиросы, трубочные табаки или анаша? Нет, это я так, к слову. Смутился Уграэль. Я не курю. Извините, спешу по делу. Желаю вам отчитаться, сказал Уграэль. Спасибо, холодно кивнул Данилов. Может, еще и встретимся, а может быть и нет, сказал Уграэль, и тут уши его наползли на глаза, неприятно, даже зловеще Уграэль смотрел на Данилова. А потом исчез. «Нет, и вправду он что-то знает», – забеспокоился Данилов. «Он явно валял передо мной дурака. И что он расспрашивал о Москве?» «Похоже, что не из вежливости. Хорошо, хоть мой театр его не занимал». Данилов чувствовал, что своей прощальной гримасой Уграэль испортил ему настроение. В раздражении пребывал теперь Данилов. Он утолил жажду, был сыт. Ему следовало уходить. Но Куда? опять в свою комнату, в свою келью, в свою камеру. И зачем уходить? Из-за боязни столкновения с Кармадоном? На что его бояться? Думал теперь Данилов. Совсем недавно он был готов бежать из мясного буфета. Сейчас же он сидел чуть ли не обиженным на Кармадона. Тот его не замечал. Раздражение, вызванное Уграэлем, он словно бы перенес на Кармадона. Данилову хотелось выкинуть нечто такое, что привлекло бы внимание Кармадона к нему. Данилов занимался пошлым делом. После принятия ячменных напитков потягивал коньяк, будто протестуя против чего-то. И хмуро смотрел на стол Кармадона. Кармадон обернулся. Он что-то говорил собеседникам, что-то доказывал им, и, обернувшись, замолчал, замер. Потом словно пришел в себя, стул передвинул, спину показал Данилову и, видно, продолжил разговор. В том, что Кармадон заметил его, Данилов не сомневался. Обратили внимание над Данилова и демоны, сидящие с Кармадоном. Они то и дело посматривали теперь на него, но вряд ли вели с Кармадоном о нем речь. А Кармадон больше не оборачивался. Данилов нервничал. Он отставил коньяк. Все в буфете раздражало его. «Он меня даже не желает замечать», – гречился Данилов. «Не выказывает презрения, ни злобы, ни обиды». «Ну как же? Он аристократ. Он хоть и пониженный в чине, хоть и ущемленный, а все равно демон главной последовательности». Что-то распирало Данилова, личность воспитанную и скорее мирную. Что-то неприятное мучило его, вот-вот готово было подтолкнуть к скандалу. Совершенно бессмысленному и уж, конечно, вредному для него скандалу. Данилов уже предчувствовал это. Противному, бабьему, возможно, истеричному, с битьем сосудов. «Я сам подойду к нему», – разжигал себя Данилов. «Я потребую объяснений, где снизут и где Бек Леонович». Соображение о домовом – Беке Леоновича явилась Данилову на ум или было подсказано ему «кстати». Данилов ухватился за него. Он теперь уверял себя, что именно из-за Бека Леоновича он и намерен подойти сейчас к Кармадону и, если потребуют обстоятельства, на самом деле надерзить ему, предпринять нечто решительное. Судьба Бека Леоновича, несомненно, волновала Данилова, его не покидало ощущение вины, но сейчас причиной стремления подойти к кармадону, хотя Данилов и не желал себе признаться в этом, было иное. А что иное? Он и сам не мог бы сказать. Будто причина эта существовала независимо от Данилова. Данилов встал и подошел к столу кармадона. Извините, но я вынужден обратиться к вам. Кармадон Данилова будто бы не видел но собеседники его смотрели на Данилова с интересом и, возможно, ждали зрелища. К сожалению, мне приходится нарушать приличие, но я не нахожу иного выхода. «Вы к нам ко всем обращаетесь?» – спросил демон в берете с рысьими ушами. «Или кого-то имеете в виду особенно?» «Я хочу задать вопрос Кармадону и его право решать. В обществе он желает выслушать меня или в одиночестве. Мне все равно, сказал Кармадон. Где Бек Леонович? Кто? Где Бек Леонович? Кто? удивился Кармадон. Бек Леонович, домовой из Астанкина. -а, -а, а, вспомнил Кармадон и тут же сказал надменно: к сожалению, ничем не могу удовлетворить ваш интерес но он был отправлен в известном вам направлении. Вы его и отправили, а я давал ему гарантии безопасности. Его следует вернуть. — Это мне теперь не под силу, — сказал Кармадон. — А кому под силу? — не мог уняться Данилов. — Не знаю, но думаю, что и не вам. Данилов вдруг почувствовал, что запал его исчез. — и говорить ему нечего. Какой тут скандал, какие решительные выражения, да и зачем они? Жалким он стоял перед столом Кармадона, и с каждой секунды его положение становилось все более нелепым. Выходка его превращалась в фарс. А собеседники Кармадона все еще смотрели на него в ожидании пассажа. Но пассаж и так вышел. Кармадон же, хоть и изуродованный, сидел по-прежнему надменный и спокойный, и будто бы держал у глаза ледяной монокль. Что же, сказал Данилов, придется мне хлопотать о возвращении Бека Леоновича. Тут он откланялся. Теперь ты -то ему точно следовало уйти из буфета, а он не смог. Вернулся к своему столу, сел спиной к кармадону. Какая глупость! Думал Данилов о своем походе к кармадону. Бабья глупость! Вот сам и принял позор. И по делам. Безрассудным и некорректным по отношению к Армадону было упоминание при публике имени Останкинского домового. И шепотом-то на ухо Кармадону его нельзя было произносить. Ведь он, Данилов, ничего не знал. Ничего, кроме того, что Кармадона разжаловали и следы конфуза оставили на его лице. А как все было сделано, при каких словах, записях и аттестациях, это Данилову было неизвестно. Как он мог проявлять себя базарной личностью, крикливой торговкой с солеными огурцами, у которой взяли из катки овощ и ушли, не расплатившись? А овощи то вдруг и не брали. Ему было стыдно и противно. Так сокрушался Данилов, сидя в буфете. Теперь ему казалось, что намерен был буянить совсем другой, но не он. Может быть, это все подстроили они, думал Данилов, исследователи? Тогда, значит, он потерял самоуправление, расслабился и дал возможность исследователям направлять его действия в созданной ими ситуации. В этом тоже было мало приятного. Пусть не вышло крепкого скандала, но кое о чем они узнали? О Бике Леоновиче хотя бы? Нет. И выпив хорошего пива, пива, сказал Данилов себе, он не имел права забывать о волевых напряжениях. Данилов потягивал пиво и дальше. Удалился ли Кармадон с компанией, он не знал. Шумы компании Данилов отключил от себя. Но думы о Кармадоне не уходили. Эким стал лицейский приятель. Однако держится. Пострадал, разжалован, лицо имеет кривое, а держится – и как? Будто не растерял прежних достоинств и связей, и вот-вот получит решительное повышение. Орел, Беркут, пусть и пораненный. А может, знает о своей судьбе нечто такое, что и разрешает себе выглядеть Беркутом? И он еще ответит на нынешнюю выходку Данилова. Он и за дуэль заплатит ему по высокому или по низкому счету. Как пожелает. Посмотрим, — подумал Данилов. Орел, Беркут. Он уже пыжился быть синим быком. Сейчас же Данилов посчитал, что это его ехидное соображение о синем быке дурное. Оно как бы мелкая месть, пусть и мысленная. И это ему, Данилову, пришло на ум сравнение с Беркутом довольно пошлое. Сам же Кармадон, возможно, в душе и не столь грозен, нет, думал Данилов, нет. Он все еще хищник, все еще ас со спецзаданием.